Прокуратура Армавира проверила готовность школ к новому учебному году и исполнение требований законодательства об образовании. Так, школы на 100% обеспечены учебниками, аварийно-опасных зданий в городе нет. Общеобразовательные учебные заведения полностью оснащены системами противопожарной безопасности, автоматическими установками и первичными средствами пожаротушения. На настоящий момент нарушение противопожарного законодательства во всех муниципальных образовательных организациях устранены, то есть не имеется таких нарушений. Остались неустраненными часть нарушений противопожарного законодательства в трех учреждениях среднего профессионального образования. В период подготовки к 2016-2017 учебному году были выявлены нарушения санитарного законодательства. Часть из них устранена, но по-прежнему в трех образовательных учреждениях нарушена подача горячей воды. Также ранее прокурор Армавира обращался в суд с требованием обязать городские власти обеспечить безопасность дорожного движения согласно требованиям действующего законодательства. На каждом перекрестке, расположенном вблизи учебного заведения, должен быть установлен светофор, обновлена разметка, в случае необходимости поставлены специальные заграждения. Частично данное решение суда уже исполнено. В настоящее время 21 пешеходный переход вблизи образовательных организаций оборудован светофорами Т7. Предстоит еще оборудовать такими светофорами 30 пешеходных переходов. И когда это будет сделано, будет решение суда исполнено, то есть мы добьемся полного устранения нарушений. Чтобы свести к минимуму аварии с участием школьников и обеспечить 100% видимость дорожных знаков, необходимо провести обрезку деревьев. Была нарушена видимость дорожных знаков. И в связи с этим прокурором в суд направлено административное исковое заявление в порядке Кодекса административного судопроизводства об обязании обрезать кроны деревьев возле этих дорожных знаков для того, чтобы участники дорожного движения их видели и соблюдали. Выполнение предписаний прокурора позволит на 100% обеспечить безопасность школьников и студентов в новом учебном году. Лариса Юровская, Евгений Холманский, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».